У нас є... Здравствуйте. Знакомство з вами пацієнт? Чи-чи. Окей. Наша косметика основана на законах фізики, нанотехнологій. Основатель нашого продукту – професор Інгельман, виженець Советського Союза. Он создав унікальну формулу, основана на законах фізики, на нанотехнології для своєї любимої жени, в якої була проблемна кожа, і не кожне хімічне вещество підходило її кожі. І он основав формулу на основі фізики. Так, що робить наша формула? Смотрите, це наша продукція. Наша продукція состоит із 5 шагов. Перший шаг – це умивання. Мило, которое не содержит СЛС, не содержит парабен, очень хорошо очищает кожу. Она не пенится. И благодаря тому, что она не пенится, она, эти микрочастицы проникают именно глубоко в эпидермис кожи, за счет чего создается вода и силика на сетку, и за счет чего идет хорошее очищение кожи. А второй шаг – это масло для лица. Перед тем, как мы открываем эту маску, мы разбиваем эту формулу. Маска находится в сонном состоянии. Разбиваем ее 30 секунд подушечками пальцев. И потом на влажную кожу, так как наша формула работает с водой, обязательно нужно знать, что перед нанесением этой маски кожа должна оставаться влажной. Мы ее разбили, открыли и нанесли вам на все лицо. Эта маска, что она делает? Во-первых, кроме того, что наша маска имеет красный липцин, хорошо подтягивает кожу, она плюс еще очищает кожу. Здесь идет легкий пилинг, который именно очищает, убирает черные точечки, очень хорошо балансирует вашу кожу. Очень, за счет того, что это сетка или вода создает вода и силика создает наносильно, она приподнимает механическим образом ваши морщины. За счет этого идет улучшение циркуляции крови, введение ядов, токсинов, улучшение метаболизма кожи. Кожа получает кислород, и за счет этого морщины хорошо. Вторая, вот эта маска идет для глаз. Это золотая маска для глаз, основана на 2-4 коллоида золота и пигмента. Этот пигмент является микрочастицей нанотехнологии. Что они делают? Они очень пигмент именно отражают свет, маскируют наши морщины. Убирается тени под глазами за счет того, что золото, оно вообще пигмент, как бы хорошо очищает вашу кожу. И если есть проблемы с темными кругами, даже с пигментацией проблемы, то можно наносить точечно на пигментацию. И за счет гелия. Именно эту маску золотую. И вот также вложу туда гидрофобную силику. Фобии – это отторгает воду, а фили притягивает воду. Если есть отечности под глазами, она очень хорошо убирает отечности под глазами. Эту маску можно наносить без боязни и на верхние веки. Когда мы ее наносим, мы создаем типа маску взору. Значит, должна закрыта вся поверхность глаз. Нижнего века и верхнего века. Окей. Теперь мы будем ждать эффекта, а потом я уже вам более подробно расскажу. Идет достаточно сильная подтяжка. Идет сильная подтяжка, она практически сложно даже говорить. Вы говорите только того, что вторая часть вашего лица свободна, и поэтому вы можете немножко мимикой. Да, то есть улыбнуться уже невозможно. Начнем с зоны глаз, так как маска нанесена для глаз. И очень важно знать, что когда мы ее смываем, мы не пытаемся стягивать кожу. И мы сначала делаем примочки, промокание, немножечко увлажняем водой, а потом уже смываем. Было у вас какое-то пощипывание, покалывание? Тягивание. Если есть даже пощипывание, покалывание, вы можете не бояться. Это говорит о том, что циркуляция крови проработала хорошо. Я дерматолог. Привычные достаточно. Не каждый клиент может понять это, поэтому важно сказать это клиенту, потому что у некоторых бывает такое покраснение, что клиент встает и говорит, почему у меня такое красное лицо. Клиент должен знать, что это нормальная реакция, которая дает наша маска. Закройте глаз. Это стразики Майкап, у вас мейкап, наверное, сравнится? Я в Новый год приходила.
Ну, видишь, как, у кого с чем? У кого с рейдингом, у кого с белой? Как белая ложка с черной полосой, и черная ложка с белой. Для многих, у кого-то с этим белой с черной, да, у кого-то с этим черной с белой. Теперь можно улыбнуться. У вас эффект очень хороший. Сейчас увидите. Вот у кого какие теперь мы промокаем кожу лица поясом пикни. Похоже на сафран. Потому что перед тем, как мы наносим кожу лица, очень важно, чтобы кожа была сухая, потому что сыворотка может не проникнуть в кожу и не начинает скапливаться. Поэтому важно, чтобы кожа была сухая. Это тут еще крыло нужно. А? Чуть-чуть крыло нужно. Очень важно смыть хорошо маску. Конечно, в такой ситуации конечно, тяжело, да, тяжело смыть, а когда вы смываете струёй краном, то смывается маска очень хорошо. А сейчас она уходит к тебе. Будете цельнее, да? Я хотела спросить. Вот смотри, они вот интересно. А, да? Окей, ждем, что подсыпала. Сейчас я вам наношу гель для глаз. Гель основан на отрасли тонарина. Он состоит из капсул, которые, в принципе, не видны нашему глазу. Но очень важно знать, что перед тем, как вы наносите этот гель, вы его должны разбивать. Не просто наносить, а не разбивать. Здесь только хотя бы один гель. Положено, что надо пройти. Это морские водоросли. Это морские водоросли, которые очень хорошо убираются. Убираются у них руки. Это из-за продолжения работы эпимаса. Она работает хорошо на операционной клетке. Хорошо подтягивается. Хорошо подтягивается. Ощущение свежести чувствуете? Очень хорошо она свежая. Теперь я наношу вам сыворотку для лица, основанную на протеине шелка и эластина морских водорослей. Сыворотка, можете ее попробовать на руках. Нужно, чтобы можно ее наносить на руки. Да, вам даст очень хороший увлажняющий эффект. Сыворотка, она именно очень хорошо увлажняет, при том, что она не тяжелая, она не жирная. Вы чувствуете, она такая эластичная. Она очень хорошо ложится под руке. Да, она впитывается очень быстро. Вы не ощущаете неприятности жирности на лице. И она очень хорошо ложится под макияж. Очень. Вы, конечно, научились носить ноги. Сначала, пока привыкала, все время окей. Okay. После сыворотки последние заканчивающие наши это ощущение хорошее. Свежесть. Ощущение подтяжки даже после смывания оно не ушло. Полностью оно не ушло, оно сохраняется. Я вам скажу одно, что в течение полчаса маска дает эффект подтягивания кожи на 16%. В течение 2 часов маска дает подтягивание кожи на 60%. Это говорит о том, что сейчас вы выйдете и будете продолжать свой день, и в течение вашего дня эта сетка будет вам подтягивать вашу кожу и улучшать эффект. Если где-то, например, у вас не добился эффект такой моментальный и сильный, в течение дня она вам подтягивает. И последнее. Этап нашей продукции – это увлажняющий крем, который защищает кожу от свободных радикалов. Очень хорошо увлажняет кожу. Основан он на воде.
его посесть. Дает ощущение свежести. Сейчас почувствуете, очень хорошо увлажняет вашу кожу и подтягивает. Продолжает работу маски, которая сделана на все, мы закончили наш этап. А теперь посмотрите зеркало.